Чем покорить любого человека? Ответ на этот вопрос знает Александр Дегтярев. У парня сладкая профессия, правда, будущее. Учится он на кондитера. Мягкие бисквиты, сиропы, взбитый крем и мастика. Юный кулинар способен на многое. А продемонстрировать все грани своего таланта – это всегда пожалуйста. Мои родители поддержали меня сразу с моей идеей. Помогли с документами. И сейчас я им дома готовлю тортики и всякие блюда. Моя мечта на будущее – это завести семью и открыть какую-нибудь семейную кондитерскую и работать в ней. Наш герой вместе с другими его коллегами участвует в конкурсе кондитерского искусства. Подобные состязания в торгово-экономическом колледже – традиция. Условия – час на подготовку, еще 4 на приготовление. Это выпечка и оформление, плюс фигуры из мастики. Оценивают 2 комиссии. Одна из них дегустирует вслепую. Мы, как те представители, которые видят, что делает участник, оцениваем их уже по критериям приготовления блюд, по критериям технологии приготовления каждого из кондитерских изделий. И дальше уже смотрим оформление и качество приготовления. Есть и вторая компетенция – кулинарное искусство. Правила такие же, как и для кондитеров. Разница только в блюдах. Готовят холодную закуску и горячее. По итогам 2 лучших ученика отправятся на областной конкурс WorldSkills 2022. Покорять жюри своим гастрономическим талантом. Сам областной конкурс также проводится ежегодно. Республиканские конкурсы проводятся один раз в 2 года. И по итогу уже республиканского конкурса участники едут на мировой конкурс, который проводится будет проводиться в 2024 году. Помимо подготовки к WorldSkills, в колледже проходят и другие конкурсы. По традиции Дню повара предшествует целая неделя различных активностей. Выставки, викторины и мастер-классы. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.